Мужики, идет, идет. Приехал по твоей стороне. Открывай. Ну, молодец. Ну, не молодец, обманул, ребята, обманул. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Васаби Скромник, Гуф, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Приятного аппетита. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду играть за злого аниматроника, а пацаны за потерпевших охранников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Погнали. Закрыто, отлично. Начинают пацаны выживать. Вы что думали, погуляли? Их молодец! Успел, молодец! Дим, так я профессионал. На, по носу. На. Офигеть! Ну что, пацаны, открыли? А я добрый, видите, у меня режим переключился сам. Опять злой стал. Беги, Форс. Бегите, глупцы, бегите. Не успел. Успел, дверь закрыл. Хорошо, так, давайте другого аниматроника возьмем. Зачем ты открыл дверь? Вот зачем он открыл дверь? Блин, классные текстуры на аниматроника. Вот посмотрите, прям как детализировано все сделано. Очень круто. Мужики, вы за слева, я за правой. Так. О, у нас же есть еще, я знаю, другие аниматроники крутые. Сейчас мы их... А, то просто NPC-шки у нас. Во. Ого, голова. Это аниматроники, которые я беру очень редко. Страшно. Страшно. Не успел, не успел. От смерти не уйдешь. Офинтеть. Ну, Дим, я ведь профессионал, я так хотел 100 раз сделать. Так, я буду сюда менять аниматроника, когда буду вас убивать. Так, чеки руки в боки почему-то. Так, эти недоделанные еще аниматроники. Ой, твиста давно не брал. Смотрите, какой звук у него прям ходьбы. Он очень тяжелый. Успел, ладно, успел, молодец, блин, на последних. Да ладно, я хотел ногу, знаете, подставить, но боюсь, что ногу придавит. Так, давай, 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 да, блин, еще чуть-чуть, ты зараза, а? Хорошо, хорошо, ребята, разогреваемся, давай, давай, давай. Есть, есть, я прорвался, ребятушки, ну что? Ты чего, подлец? Вот это ты сальтуху сделал. А говорил, сальтухи делать не умеешь. А я выжил, Дим. А я выжил. Я тебя на потом оставлю, ты не переживай. За кусочек. Так. Ой, такого возьмем. Есть! Ну что ж вы не закрыли-то? Хорошо, Гуф один пострадал. Несчастный. Открой дверь. А где вы? Налево прибежал. А нет, направо прибежал. Так, берем другого аниматроника. У нас очень много, ребята. Давайте, если ролик наберет 4000 лайков, мы снимем обзор на аниматроников, потому что мы давно делали эту рубрику, с того момента обновили текстуры, пилпаки, скримеры, все пообновляли. Поэтому 4000 лайков, и мы снимаем, какой аниматроник самый крутой. Куёка, привет. Ого, гигантский кабан. Даже в камеру не влазит, о. Оно, мужики, смотрите, ходит, ходит. Крячка, 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 крячка! Так. Хорошо. Дим, чтобы защититься заранее, я убил своего товарища дверью. О, привет. Ах, вы мужики, мужики. Еще говорите, я выжил. Там же шкатый. Ты выжил? Я опять выжил. Дима! Зря ты просто это говоришь, что ты выжил. Я просто знал, что ты долго не проживешь. Так. Закусочку съел, да? Поднимаемся выше. Ой, он такой медленный. Ой, офигеть. Смотри, когда я умер на камере. Я вижу на камере. Я иду. Очень медленно иду. Почему я так медленно иду, я даже не понимаю. Аниматроник очень медленный. А, он убивать не может.
Он просто рахит. Гуф. Он не убивает. Он умеет убивать вроде. Не, этот не умеет. Так, бабка Гренни у нас будет потом. О! О! Привет! Да как бака! Чё за дверь у вас, этот, читерская? Так, я ухожу. Я ухожу. Руки в боки, как это... Странная анимация у меня. Очень странная анимация. Так, валим, валим, валим. У тебя нормально авторитетом? Да, все четко, не ссы. Я сейчас тебя и приду и замочу. О! Мужики, идет, идет. Приехал по твоей стороне. Открывай. Ну, молодец. Ну не молодец, обманул, ребята, обманул. Блин, эта тактика всегда работает, и в этот раз тоже сработала. Мне нравится. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать каждый день что-то интересное, веселое, и которое поднимает людям настроение. Так, хорошо, попались. Видите, пацаны, вроде охранники хорошие, но попались. А, вот и говно в осаде. Извиняй, обстоятельства. Так, чуть послабее режим вам. Ну ладно, это сильно простой аниматроник. Закрой дверь, гуф! Валим, валим сюда. Так, сейчас надо взять быстрого. Я его на сцене вижу. Пацаны, повышается сложность. Угу, смотрим, кого он берет. Он взял на скелета, побежал, куёк по твоей части. Нет, по части гуф! Есть! Что за ловушка, дверь вонючая? Что это за дверь, убийца? С одного раза убила. Где она сломала? Ну потому что я очень злой. Разозлился на вас я. Где бы тут тебе жертву дали? Как по твоей части? Нет, побежал, да? Зря стоишь. У нас сегодня никого не щадим. Мочим всех и вся. Куп на твоей части. Как дверь закрыта? Чё один там стоишь? Один, а чё вы не открываете мне калитку? Сейчас ты выглядываешь там. Эй, чё, открывай! Ой, пацаны, я ухожу. Ладно, ладно, это очень читерский какой-то имбовый аниматроник. Давайте возьмем какого-то полегче. Это прям очень жесткий. Поехал, говори по чьей идёт. О! Алла, по чьей части идет? С Куёкиной моей? Помню, как стоит. Так легче будет. Я уже там дверь закрыл. Открывайте! Нет. Нет. Слушай, Дим. Дим, можно открыть и тебе сразу выстрелить? Не, у тебя... Ну давай, давай. Вот и говно. Это не получится, но я очень злой. Это так не работает. Так работает. Так, берем дальше аниматроников. У нас серия, где самое большее разнообразие аниматроников в этой серии. О! Блин, я вообще этих аниматроников не брал. Челебиздрик смешной. Они, кстати, раньше не работали у нас, стали работать. Вот, появился еще один пак на обзор, который реально мы не делали. Ты что, он потешный? Так, что он есть? Что он может? Дим, нам выдали табельное оружие в аренду. Хорошо, хорошо, пацаны, это вас не спасет. Я опять взял табельное оружие в аренду, я все беру в аренду. Я тут. Отлично. Так, я тоже взял в аренду оружие. Ну так чё вы не используете его? Оружие свое, когда все вам выдали его. Ах ты, секунд! Хорошо. А я сейчас подловлю, я сейчас, короче, беру быстрого аниматроника. И начинаю вас гонять по всей карте. Вот теперь, вот теперь. Привет! Ах ты, блин, за то, что скорость большая. Не успеваю в дверь залетать. Привет, мужик! Ты чего расстрелялся? Почему бы и не пользоваться? Я замочил. Ну, ты оружием пользоваться не умеешь просто, поэтому так получается. Дальнобойки. Так, ребятушки, я вышел на охоту. Не надо, Дим. Невидимый! Я сзади был тебя,
Я был сзади тебя. Я тебя не видел. Я телепортировался. Ну, вначале я был невидимый, да, чуть-чуть. Он у вас обедает сюда. Дай. Хорошо. Давайте возьмем другого аниматроника. Короче, давай его сразу будем встречать. Плюш трап. Ты по какой части идет? Я, короче, вот тут сразу... Ты не успел, потому что дверь была... Я в живот, короче, с ноги дал. Отлично, ребят. Дурак, что ли? У меня 8500 жизни, такое оружие не пойдет. Уйди. Я ухожу. Да блин, калитка вонючая, не дала зайти. Так. Есть, я успел зайти. Открывай. Ну что, пацаны, вы какие-то слабые сегодня. Наверное, аниматроники, чувствую, побеждают вас. Последняя стычка. В течение минуты, если вы сейчас попадетесь, то вы проиграли. Готовы? Ау. Так, да кого же взять, чтобы им все-таки была какая-то фора, не так читерно было? Да, может, подождите. Я буду в двери. Ты пуёк, отойди. Вот, самый средний аниматроник. Дурак? Это была попытка хорошая. Вы растяжку поставили против меня? Я поставил растяжку. Открывайте, я вас трогать не буду. Не верю. Я обещаю. Дим, дай пять. Опять? Дай сюда. Где? Давай. На. Отлично. Ну что, давайте пробовать обманывать. Главное условие, чтобы у вас дверь одна была открыта. Ого. Я за такое буду наказывать. Ты смотри, еще бы чуть-чуть не успел бы. Дим, так я в последний момент. Есть! Все, минута, вы не успели, я выиграл. Все, уходите с своей территории. Это моя пиццерия. Ух ты, вы что там жахаете? Отлично. Так, все, Гуф, уходи. Уходи давай. Все, это моя пиццерия. Ты дурак, что ли? Ты успокойся! Так, ладно, я вспомнил, мне надо уходить. Это тебе за то, что ты расспрашиваешь. Всякое дерьмо здесь. А типа, иди сюда, слушай, мне тут для тебя подарок хороший. Не надо мне твои подарки. У меня есть свои подарки. Сюда. Очень хороший. У меня тоже очень хороший подарок. Иди сюда. Нет. Готов? Нет. Ух ты, все загорелось. Дима, мне нравятся твои подарочки. Ну это нормальный подарок, кому надо еще, обращайтесь, у меня очень много подарков. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моих ролики еще. Ох, как совпало по таймингу. Молодцы.